Друзья, всем добрый день, всем добрый час, дорогие друзья. Компания Arbatoms приветствует вас. Всем добро пожаловать на наш канал в YouTube. Страна Турция, уникальный город, город Алания с вами, друзья. И, конечно, где мы с вами находимся? В нашем офисе, офис Arbatoms. О чем будем говорить, я не знаю, но у нас из Москвы гость Дмитрий. Все, наелись? Да, наелся. Немножко торопились. Да. Дмитрий уже неделю здесь. Алани были, Мерсине были и посмотрели разные проекты. Какое у вас впечатление? Ну, впечатление — рабочие разнообразные проекты. Есть квартиры, расположенные очень хорошо, близко к морю. Но есть не очень близость к морю, и, соответственно, я как покупатель в таком курортном городе хочу ближе к морю. И рассматриваю больше вариант возле моря. А почему в Москве надоело? Надоело Москва. Надоело Москва. В Москве холодно, в Москве грязно. Ну, зато что-то зарабатывать хорошие деньги. Ну да, в Москве зарабатывать, а, соответственно, в Турции жить, наслаждаться. Фрукты, в Москве хорошо, но жить в Алании лучше, правда? Да, согласен. Почему? Согласен. Ну, потому что, во-первых, климат очень хороший. Фрукты и овощи вкусные. Морковка. Картошка. Да, все свежее, все вкусное. Мне очень нравится. Уже собираетесь потом на все сюда приезжать жить? Ну, да, если я выберу квартиру и куплю, я хочу большую квартиру, я, соответственно, останусь здесь жить. Почему именно город Алания? Ну, почему не Анталия? Почему не Бодрум, Измир, Стамбул? Ну, Бодрум немножко холодновато для меня. Прохладно? Да? Да, прохладно. Значит, Анталия более туристическая, там все, отели везде. Алания вот именно для жизни, такой курортной жизни, размеренной, спокойной, сытой, довольной. Экология чистая, правда? Экология чистая, да, воздух чистый. Сегодня ночь идет, все равно тепло, хорошо. Сколько градусов сейчас в Москве? Сейчас в Москве 0 градусов. Ну, снег? Да, снег поставил. Угу. Снег. А чем занимаетесь в Москве? Я занимаюсь ресторанами. Ресторан. Как наша кухня вам? Кухня нравится. Сытная очень и свежая. Все вкусно. Особенно завтрак, рада. Да, завтрак вообще волшебный. Столько блюд. Очень вкусно. Мы сколько дней с вами? 5 или 6 дней? 6 дней мы с вами катались. 6 дней, да? А что вас здесь удивило больше всего? Ну, каждый практически с вами не надоели даже друг друга. Один день расстались, в Мерсине ездили, да. И надо расстаться немножко, слишком много. Да, сейчас мы день расстанемся, я в апреле опять приеду, буду вам надоедать с показами квартир. Ну, гостеприимство, турецкое гостеприимство. Мне нравится, когда так приятно принимают. А какие минусы есть? Минусы. Скажите, нарушают, да, тюрки? Нарушают. На дорогу видите, да. Нет, я машину здесь вожу, мне в принципе нормально, я такой же нарушитель, как и тюрки. Так что меня это не смущает. Нет, нарушают в этом плане, здесь минус, нарушают еще. Через чуть тепло зима, хочется немножко замерзнуть, правда? Не хочется. Да. Не хочется. Мне хочется наоборот тепло. Итак, вы в нашем проекте уже были, да. Посмотрели. Да. Об этом тоже будем говорить, какой у нас проект. Я хочу просто, друзья, от вас маленький помочь, у кого есть возможность. Есть у меня такой маленький ребенок, может быть, аппаратом покажем, да, здесь София. София болеет, надо срочно помочь, друзья. Если от кого-то какой-то помощь нужна будет, вот здесь счет, можете написать, отправить какие-то деньги, потому что София болеет, сема, болезнь, ждет помочь от вас,
очень мало времени осталось, где-то 9 месяцев времени осталось, и все, весь город Адана и Анталия сейчас собираются деньги для София, друзья. Если вы тоже поможете, я буду рад. Так что это была для София маленькая реклама. Так что София будет хорошо. Вы просто не знаете, наверное, нет, София есть такой ребенок, болеет 2 года. Угу. Нет, не 2 года, год. Год болеет. Сема болезнь. Сема, может быть, много людей не знают, просто генетические болезни. 9 месяцев осталось, лекарства нужно купить, почти 2 миллиона евро нужно собраться, мы помогаем ей. Я тоже по возможности помогу. Да, спасибо. Итак, расскажите немножко про наш проект. Вы там были, наверное, еще почти выбрали какая-то квартира. Проект Life Oba. Да. Да, я был. Oba Life Suite. Oba Life, да. Значит, мне понравилось расположение. Дом стоит на возвышенности, все продувается, хороший двор, значит, есть где поставить машину, там, ну как-то простор какой-то есть, не натыканная вот рядышком, как в центре, прям вот натыканы все дома. Здесь, соответственно, планировка неплохая, большой балкон, соответственно, гараж, гараж, да, это самое важное. Для русских это гараж, это важно. И на улице не позвали дальше, правда? Да, да, да. Это очень важно. Кладовка мне понравилась. Качество, вы сами сказали, качество. И качество, да. Качество отделки, финишной отделки очень хорошего качества. Ну и, соответственно, мне показывали, как стройка шла. Я понял, что материалы там действительно качественные. И все по технологии делали. Потому что это мой первый ребенок. Поэтому я старался, чтобы ребенок был хорошо. Да. Да, первый ребенок. Заложить фундамент. Фундамент, да. И второй ребенок, центр. Там вот тоже были, да, с тобой? Да, 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 мы там были. Но мне там меньше понравилось, потому что там очень тесно. Потому что это центр. Да. Рядышком дома стоят и очень тесно. Не подъехать, как бы простор один. В центре везде так, потому что практически центр города Алании, пустой земельный участок не осталось, друзья. У нас 2 проекта есть. Один проект в Обе, Oba Life Suite, один проект центр города Алания. Это уникальный проект. Почему? Потому что до моря 50 метров и с видом на море. Это для инвестиций, для аренды центр города, а Оба для семейных. Правда? Для жизни, да. Для жизни. Центр, да, это вот для отдыха прямо. Приезжаешь там недельку-две рядом с морем, пешком можешь дойти, одеть шортики и пойти на море. Удобно, да? Да. Но для жизни там, я бы сказал, не очень. Да. Для постоянной жизни. А вот Oba Life, да, там для, именно для жизни. Да. И еще очень важно, друзья, как-то вы приобретаете недвижимость в Турции. Как-то зарубежная недвижимость очень важный момент, что сервис. Да, сервис. Сервис. Если вы сами в Москве покупаете такой сервис, я понимаю, что не нужно, правда? Не нужно. А здесь сервис нужен. Надо присмотреть за квартиры, надо там отремонтировать что-то, убраться, купить мебель, поставить кондиционер, там что-то еще. Этот сервис вы оказываете, это большой плюс. Оформили документы, вид на счастье, правда? Полностью это после продажи сервис для компании Arbitoms особенно. Это очень важно, друзья. Это наша визитная карточка. Наша компания есть только один человек, занимается после продажи сервис. Вы познакомились, наверное. Да, да. Есть еще один человек, аренда занимается. Да. Да, полностью. Все, компания уже раскручена. Да, все как бы очень удобно сделано для покупки квартиры и дальнейшего ее эксплуатации. То есть, если кому-то надо сдать в аренду, кому-то, так сказать, подремонтировать что-то, там, изменить планировку, купить, докупить мебель. Арбат Хоумс во всем этом помогает. Я вот свидетель и могу 100% уверенно сказать, что они это осуществляют. Это удобно, правда? Конечно, это очень удобно. Это очень удобно. Это очень удобно, можно кому-то обратиться. Ну, я вот когда
смотрел ваши ролики и выбирал компанию, к которой бы хотел обратиться за помощью покупки квартиры и дальнейшую эксплуатацию, меня подкупило то, что всегда была позиция: мы вам поможем во всем. То есть помощь. Когда люди, люди боятся того, что их, так сказать, возьмут деньги, продадут квартиру и кинут. Сами занимайтесь, все делайте. Никто помогать не... А чужой стране это очень важно, чтобы кто-то помог, кто-то направил, кто-то подсказал. Это очень важно. А вот ваша компания Arbat Homes это все делает. Это большой плюс. Потому что мы знаем, что людям, что нужно. Это чужая страна, чужой закон, чужие люди, правда? Да. Надо здесь, как-то люди сюда приезжают, очень важно после продажи сервис от и до. Короче, как-то вы у нас покупаете недвижимость, никуда не денетесь, мы теперь ваша няня, да. Правда? Да. Свой человек в Турции. Да, ваш человек в Турции. Да. Это на самом деле я очень люблю свою работу, поэтому как-то свою работу любишь, вы любите свою работу, ресторан? Да, конечно. Сколько ресторанов у вас там? Три. А скоро четвертый будет, наверное. Наверное. Надеюсь, и пятый будет, и шестой. Какие кухни там? Европейские? Грузинская кухня. Мясная. Узбекская. Разные. Да. Все правильно. Еще надо турецкие кухни добавить. Надо? Ну вот с вашей помощью мы, соответственно, сможем открыть. Итак, друзья, наверное, все, да? Заканчиваем уже. Все, закончим. Да. Хотите что-то добавить? Да нет, в принципе, я все сказал. Все, хвалили нас. Да. Реклама пошла, все. Реклама. Не, ну это достойная реклама, почему нет? И вы же, соответственно, то, что обещаете, то делаете. Да. Для тюрки слово важно, не бумага. Я понимаю, для русской бумага больше важна, чем слово. У нас наоборот. Да. За рекламу я тебе отдельно заплачу после. Да, не надо. Не надо, не стоит. Шучу. Итак, друзья, с вами был Асым, компания Arbat Homes и город Алания. Так что, если какой-то помощь нужно будет от нас, давайте напишем наш Viber, WhatsApp и Telegram. Вот здесь это мой номер телефона. И пишите, звоните, если именно как владелец компании Arbat Homes от меня какой-то помощь нужно будет. Друзья, всем удачи, берегите себя. Пока-пока. Вам тоже спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо. Давай, теперь можно пошутить. Теперь можно пошутить.